Стит Эвеляху Киллер. Смотрите, какой же. Вот, смотри, я что купил. Ты меня выслал, ты же это White Horse. White Horse бутылочку взял себе, чтобы, знаешь, нормально вздриснуться, знаешь, бодриться. Я взял себе учебников, меня не хватило, на билет до Эндюрт. Я решил, что здесь выучу. Я там хотел снять все с этого шалаша, здесь достроить, потом взрыв, что ой, там так хорошо, я там дострою. Я начал ступенечки делать, кельтский крестик. Значит, я взял себе тетрадки, ручки, я на $70 взял себе учебников. А скажешь, по какому поводу? По поводу французского языка я еще себе набрал. Вот это. На 70 баксов. Зал Джона Грея. Я вам почитаю. У вас проблема от того, что вы не знаете, как, какие у вас различия у мужчин и женщин. Я читал в детстве. Пацанов заебываете. Значит, спасибо, что выслал. Потому что я сейчас вижу, вот у меня полный курс французского, то, что я занимаюсь. Вот видишь. А я еще взял. Я решил взять несколько учебников, чтобы лучше все было. Я взял себе еще немецкий. Чтобы сразу... Знаешь, я взял себе... Еще вот эти. Я взял Станиславского, то, что я. О, я там кое-что написал, знаешь. Русско-французский словарь, китайский язык. Это я все взял в RBC Bookstore, здесь на Брайтоне. И получилось на $70. Французский еще. Вот этот я сегодня пройду, вот эту книжку. Вот этот. Это завтра пройду целую книжку. Вот этот учебник вообще пиздец крутой, вот из этой серии. Значит, итальянский там. В Канаде, на французском все говорят. Значит, так говорят. И вот это прошу. Я на $70 вышла, а у меня телефон мне надо было взять себе. Я заплатил за этот. И у меня не хватило на билет. Я взял себе эти французские, знаешь. И чуть-чуть привел себя в порядочек. Вот я взялся пластиком, обклеил все. Че? Взял себе горелочки, свечки. Побрился, привел себя в порядок. Но мне надо... Еще для строительства дома. Пластики вот эти взял, развесил, горелочки. Не, раменчик. Покупка раменчик. Вот еще есть висит, это на рамен. Нет, на это... А то 7 долларов, ой, а тут какой-то подошел. Пиздец. Я сегодня спал всю ночь, они всю ночь горели. Не всю ночь, под утро шли. Потом я на дереве буду спать. Вот у меня здесь и гвозди, и молоток я взял. Я два молотка взял себе. Это я вчера развесил. Вот, выслало. Ну, я хотел сразу, а я потом залез туда, думаю, сниму там доски. А здесь развешу сверху. А вы, ой, там так хорошо, я там все сделаю. Мне только надо эти... Обустроил здесь еще похлеще, чем там под этим. Желу. Я там что-то не понял. Вот там Украина вошла в Евросоюз. Правильно? Я с России, с Волгограда, с Калининграда. Я просто приехал в Германию. А что 40 лет? А что 60 лет назад? Откуда тут фашки? Да! Буквально вот 60 лет. Ну да! Значит, ну да, да. А я, короче, так подумал, потом думаю, блядь, а вот Украина вошла в Евросоюз. И вдруг начала атаковать Рашку. То бишь, короче, Европа Рашку атаковывает, правильно? Я Антон Буйнов спрашиваю. Вы через Украину как бы атаковываете Рашку. У вас условия, что вы будете ей помогать Украине спонсировать атаки. Я Антон Буйнов со Сталинграда, с Волгограда. Я Антон Сульник. Вы что, ну-ка цыц! Цыц, европейцы, блядь! Шавки, ебать! Пикапы артисты, они, блядь, педики ходят там. Цыц, блядь, шавки! Я один вас всех перехуярю, апокалипсис, суки! Рашку они атаковывают. Для них, понимаешь, я сюда приехал, а им тоже открылось, что есть, оказывается, Северная Америка, есть Южная Америка, там миллиард человек, есть Китай, Япония,
Новая Зеландия, Австралия. И вы себя так типа зарекомендовали, да? Вы так себя зарекомендовали, шавки, по отношению к Российской Федерации. На весь мир, грубо говоря. На весь мир зарекомендовали, что вы быдло и зверье. Вот вы кто. Вот эти все вафелы. Они рынок сбыта, они... Ты понял? Нет, вы завистливые черти, брашки завидуете. Цыц, шалавы, ебаные, блядь, европеоиды. Значит, вот, видишь, негроиды и европеоиды, вот оно. Шавки, блядь, выебываются. Они, может, еще до сих пор здесь ездят, здесь в Америке. Вы в Америке имеетесь? Европеоиды? Я срашки? Я вам говорю, вы что сюда в Амазонию приперлись? Это они вытворяют, европеоиды? Я, Антон Буйнов, вас лично сейчас, блядь, всех соберу, скоплю и перехуярю. Шавки позорные, ну-ка, ша!